Необычные уроки сегодня прошли во многих учебных заведениях страны, в том числе и в Чувашии. В роли преподавателей выступили работники налоговых органов. Это только кажется, что школьникам и налоговых думать еще рано. Пройдет совсем немного времени, и все они станут налогоплательщиками. Так что воспитывать, что называется, налоговое право сознания в них самое время, считают специалисты. Как зародилась система? Почему когда-то налоги платили за борду, тени, даже пыль? Что такое налоговая политика государства? Обо всем этом ученикам рассказывали действующие сотрудники налоговых органов. Форма уроков была игровой. Кстати, в нашей республике подобные мероприятия со школьниками проводят с 2002 года.